Вах, а еще раз. А я? Вах, ты моя любовь. Обниму, обниму, крепко. Ура! Перед мамой, и она просто стояла и восхищалась моим телом. Она говорит, у тебя такого красивого тела никогда в жизни не было с момента рождения, да? Да, честно, я в шоке. Рождение? Сколько ты перенесла операции? А голодовок? Голодовки. Сколько ты страдала, ты молодец. Никто бы так не рискнул. Честно, ты молодец. Да. А всем своим подписчикам желаю самое главное быть здоровым. Мирное небо над головой. А девочкам, женщинам, женское счастье желаю. Надеюсь, что вы желаете мне, когда мне нравится мое отражение. Потому что вот эти комплексы все из детства, которые были всю жизнь поделились со мной, они сейчас сваливают. Я желаю каждому человеку жить в мире, в гармонии с собой. Любви к себе. Я вас обожаю.